Добрый день! В эфире выпуск городских новостей, и с вами с места событий Владимир Горжонко. Ну что же, война продолжается, а народ в России в основной своей массе безмолвствует. Но я бы не торопился с резким осуждением. Во-первых, были бы мы с вами столь бескомпромиссными, ожидая нас на улице дубинки спецназа и в результате тюремный срок? Это вопрос. Да, всех не пересажаешь, но в России, помнится, справлялись и не с такими трудностями. Ну а главное, по-моему, народ в России безмолвствует, потому что давно уже живет в параллельном мире, в зазеркалье, где два основных правила выживания – отсутствие собственного мнения по любому поводу и обязательная атрофия чувства собственного достоинства. Как вы знаете, селекция по выведению такого человека началась еще при большевиках и после многих лет упорной работы, похоже, завершилась успехом. Помните у Стругацких «человек, неудовлетворенный желудочно»? Остается только надеяться, что когда эти желудки станет нечем наполнять, когда беда застучит в незапертые по привычному российскому раздолбайству ворота, вот тогда, может быть, падет произвол и восстанет народ, как пелось в одной большевистской песенке. Ну а теперь к нашим новостям. В Нью-Йорке дебютировала новая четырехуровневая система оповещения COVID, в которой красный, оранжевый, желтый и зеленый цвета обозначают, что жители Нью-Йорка должны делать, чтобы обезопасить себя. Уровни предупреждения: красный очень высокий, оранжевый высокий, желтый средний и зеленый низкий, также отражает уровень распространения коронавируса в сообществах. Департамент здравоохранения заявляет, что если город столкнется с повышением уровня опасности, официальные лица Нью-Йорка рассмотрят вопрос о возвращении требований к ношению масок в условиях повышенного риска и в местах, где социальное дистанцирование невозможно. Они также могут рассмотреть вопрос о возвращении требований к предъявлению доказательств вакцинации для пребывания в большинстве помещений. По состоянию на полдень понедельника веб-сайт covidtest.gov принимает онлайн-заказы на дополнительный набор из 4 бесплатных тестов на COVID-19. Как известно, президент Джо Байден объявил о втором раунде бесплатных тестов на COVID-19 на прошлой неделе во время своего выступления перед Конгрессом. Администрация Байдена первоначально предоставила 500 миллионов бесплатных тестов, но было заказано менее 300 миллионов, сказал помощник пресс-секретаря Белого дома Кевин Муниз. По данным университета Джона Хопкинса, с января 2020 года COVID-19 убил более 952 тысяч и заразил более 79 миллионов человек в Соединенных Штатах. По мере роста угроз со стороны России официальные лица Нью-Йорка объединились, чтобы дать рекомендации по защите от кибератак. Сенатор США Кристен Гиллибранд вместе с главой технической безопасности Нью-Йорка Мэтью Фрейзером, заместителем комиссара полиции Нью-Йорка по разведке и борьбе с терроризмом Джоном Миллером и контролером Нью-Йорка Брэдом Ландером рассказали о ресурсах кибербезопасности, доступных для предприятий в 5 районах города. Чиновники предупредили, что Россия может использовать кибератаки в ответ на санкции, введенные Соединенными Штатами. Миллер сказал, что угроза Нью-Йорку и его критической инфраструктуре всегда высока, но в настоящее время Нью-Йорк находится в сверхвысокой готовности. Разница между высокой и сверхвысокой готовностью заключается в том, что в последнем случае кибератаки могут быть направлены на государственные объекты. По словам Миллера, всякий раз, когда напряженность в отношениях между США и Россией растет, возрастает и угроза тактических и стратегических кибератак. Гиллибранд заявил, что кибератака на МТА в апреле прошлого года вызвала обеспокоенность по поводу потенциальных уязвимостей киберзащиты инфраструктуры города и подчеркнул, что в связи с продолжающимися российскими кибератаками на Украину уровень риска внутри нашей страны сейчас настолько высок, насколько это возможно. Цены на бензин продолжают расти самыми быстрыми темпами в истории и, как ожидается, продолжат расти в течение месяца как из-за инфляции, так и из-за войны в Украине. Сейчас средняя цена на бензин составляет $4.10 за галлон в Нью-Джерси, $4.21 в Нью-Йорке и $4.22 в Коннектикуте. Эксперты ожидают, что к концу месяца эта цифра вырастет до 4 с четвертью долларов. Это станет новым рекордом в среднем по стране. Стоимость отопления домов также растет, как и цены на продукты питания, наряду с ростом стоимости дизельного топлива для грузовиков, возящих грузы.
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокл заявила, что временная приостановка налога на бензин в штате полностью пересматривается, но нет никаких гарантий, что водители увидят снижение цен. К сожалению, цены будут продолжать расти, подчеркнула Хокл. Да, неутешительно. После того, как два года назад разразилась пандемия, арендная плата в Нью-Йорке и нескольких других крупных городах Америки резко упала, поскольку страх перед вирусом и блокировка городской экономики заставили людей уехать. Но по мере того, как вирус отступает и ощущение нормальной жизни медленно возвращается, многие крупные города вновь обретают свою привлекательность, способствуя росту стоимости жилья по всей стране и выталкивая некоторых жителей из домов, которые они больше не могут себе позволить. Мало где это явление проявляется более ярко, чем в Нью-Йорке, городе, где арендаторы составляют 2/3 всех домохозяйств. Так вот, в период с января 2021 года по январь 2022 арендная плата в Нью-Йорке выросла на 33%, что почти вдвое превышает национальный показатель и является самым высоким показателем среди 100 крупнейших американских городов. В январе 2020 года, до пандемии, средняя арендная плата по городу составляла $2900. В следующем году она упала примерно на 14%, прежде чем подняться на 16% до $2895 в январе. Вот такие у нас на сегодня новости. Это было все к этому часу. С вами с места событий был Владимир Горжонко.